Здравствуйте! С вами Наталья Титова и каталог полезных покупок «Страна советов». В ближайшие полчаса мы не только направим вас на дороги шопинга, но и на реальном примере докажем, что можно преобразиться своими силами. Без помощи огромного количества стилистов мы создадим новый образ для еще одной героини нашей программы. Итак, вот что ждет нас сегодня. Поговорим об отпуске для вашей собаки, погрузимся в мир компьютерных игр и сказок и узнаем, какой обуви достойны ваши ножки. Героиня нашей сегодняшней программы уже давно находится в поисках собственного стиля. Весна и лето стали для нее временем экспериментов, и она решила обратиться к нам за помощью. Давайте с ней познакомимся. Сегодня мы преображаем Марию. 29 лет, маму двоих сыновей. По словам Маши, ее образ, каким был в 16-18 лет, таким и остался сегодня. Зачастую серым и неинтересным. Маша никогда не была на макияже. Пользуется она максимум тушью и блеском для губ. Хочет, чтобы у ее мужа и детей была яркая, стильная жена и мама. Маша, расскажи нам, почему решила оставить заявку на преображение в нашей программе? Мне очень нравится ваша программа. Я решила обратиться к вам, чтобы вы помогли мне преобразиться, подобрать новые образы, ну и также посмотреть на себя со стороны. Я никогда не пользовалась макияжем, и мне очень хочется посмотреть, как я могу выглядеть. И это будет совершенно новое лицо и для моих родных, знакомых, ну и также для моего мужа Николая и для меня. А как сейчас выглядит твой гардероб и какие вещи ты чаще всего носишь? Ну, так как маленький ребенок, это так же, как у всех молодых мам, это джинсы, футболки, ну, такие повседневные, удобные вещи. Ну, а если говорить о времени, когда ты еще не была мамой, какие там вещи были? Может быть, это были очень высокие каблуки? Конечно, присутствовали каблуки, безусловно. Платья были, редко, но были. Но в основном также джинсы, удобные вещи. А какой тебе себя сегодня хочется видеть? Яркой, молодой такой, чтобы муж, конечно, посмотрел на меня другими глазами, увидел, какая я могу быть яркой, красивой. Сегодня мы поможем Маше создать новый яркий образ и посмотреть на себя другими глазами. Ну а мы на следующей странице откроем летний сезон и поможем в этом своим питомцам. Вы слышите, как погода шепчет? Скорее на природу, скорее на дачу, хватит работать. Ну, вообще-то последнее это от себя, но работа работой, а отдыхать нужно прямо сейчас. Пока солнышко разгулялось, скорее собирайтесь на дачу и питомцев своих не забудьте. Хозяева пушистых наверняка знают, как же любят их домашние животные проводить время на природе. Прямо сейчас едем на дачу. А как? На дачу. Прямо сейчас едем. Так, все, я готов. Я почти все. У меня сейчас только вещи. Так, стоп, а ты не обманываешь? Да нет, не обманываю. Ну тогда все, сейчас я сумку соберу, только мне 2 секунды. И как же сложно бывает их туда доставить. И если у вас кошка или собака мелкой породы, в первую очередь задумайтесь о переноске, текстильной или пластиковой. Из плюсов текстиля это то, что она легкая, она легко разбирается и при хранении не занимает много места. Пластиковая переноска защитит вашего питомца в случае внешнего воздействия. Она легко моется. Бывают пластиковые переноски с возможностью крепить в автомобиле с помощью ремня безопасности. И бывают более дорогие варианты из очень прочного пластика со специальными замками, которые подходят для авиаперелетов. Если у вас крупная собака или несколько питомцев, вам подойдет грязеустойчивый автогамак. Его можно использовать на заднем сиденье, причем он трансформируется либо на одно сиденье, если у нас сзади еще едет пассажир, либо можно использовать весь задний диван. Имеет защиту дверей для того, чтобы собака грязными лапами не испачкала салон. Для поездки с любимцем в общественном транспорте вам непременно понадобится намордник. Что касается дачного участка, то для щенка или очень активной собаки стоит подобрать просторный вольер. И питомец на месте, и драгоценные грядки целы. А воспользовавшись моментом, как следует вычешите питомца фурминатором. Важно учесть одну деталь. Фурминатор должен быть оригинальный. Он не подсекает шерсть, не срезает ее, а именно деликатно удаляет отмерший подшерсток. Если вы кормите четвероногих домашней пищей, то на даче вам здорово сэкономит время и средства консервы. Тем более, что сейчас хозяев кошек порадует и специальная акция. Кормблиц 3 по цене 2. Собирайтесь на дачу вместе с ZOO43. Бесплатная доставка до подъезда при покупке от 1000 рублей. ZOO43 – магазин для лучших друзей. Сурикова 19 и Ленина 184. Телефон 43-43-60. www.zoo43.ru. В
Возвращаемся к нашему преображению. Начнем мы, конечно, с подбора новой одежды. По правилам программы мы создадим для Маши 6 образов. 3 она сама для себя, еще 3 я для нее. Потом все это проанализирует стилист и выберет то, в чем Маша предстанет перед нами в самом конце программы. Итак, наш выбор вашему вниманию. Светлое платье красивое, белое, легкое. Летнее платьишко. Тоже должно быть очень хорошо. Мой любимый зеленый цвет. Замечательная полка. Вечером с ребенком погулять. Сегодня мне хочется предложить Маше очень женственные и элегантные образы для того, чтобы она вспомнила, что может быть не только мамой, но и красивой, привлекательной, уверенной в себе девушкой. Кстати, все образы сегодня будут еще и летними. И вот первый такой очень легкий, невесомый – это юбка и блуза кружевной фактуры. Сами они по себе очень нейтрального бежевого оттенка, ну и дополним мы все это только ярким украшением. Второй образ в очень ярких летних малиновых оттенках. Это вот такие свободные шорты, которые, я думаю, Маше пригодятся как на прогулках с ребенком, так и просто на каждый день или даже для выхода в кино с мужем. Почему бы и нет? Блуза очень летящая, очень легкая, по-настоящему летняя. Ну и, конечно, украшение в тон тоже наш образ завершит. Ну и третье платье также очень вкусного ягодного оттенка, прямого силуэта, очень необычного кроя. Визуально будет делать Машу еще более высокой за счет вот таких вертикальных линий. Ну и такого же эффекта мы добьемся и за счет немного удлиненного украшения. Одежда участницы преображения предоставлена магазином «Стокрум». Брендовые вещи по низким ценам. Магазины фирменной одежды «Стокрум». 25 мая новое поступление в магазине на проспекте Строителей 5/2. Также приходите на Карла Маркса 132. Конечно, без дополнительных аксессуаров образ не будет смотреться гармоничным и завершенным, поэтому мы решили прибегнуть к помощи сумочек. Для первого образа мы возьмем вот такую очень изысканную, по-настоящему летнюю сумочку с летним принтом, с яркими оттенками. В общем, она будет действительно настоящей изюминкой нашего образа. Вторая сумка, несмотря на свой черный цвет, тоже будет не менее яркой за счет своего принта. Очень популярный, кстати, он сейчас, изображение Мерлин Монро, даже с ее автографом. В общем, настоящей смелой девушке такая сумочка точно подойдет. Ну и, наконец, наш финальный образ мы дополним вот такой, очень изысканной, очень женственной сумкой под кожу рептилии. И, конечно же, такой принт не выходит из моды практически никогда, поэтому и наше малиновое яркое платье он дополнит как нельзя, кстати. Благодарим за помощь в подборе деталей для завершения образов сеть магазинов «Империя сумок». Торговый центр «Сити Центр», «Атлант», «Лето», «Джимол» и «Глобус». Все эти образы на Маше мы увидим уже совсем скоро. Ну а сейчас будем разбираться в кинопремьерах. За помощью обращаемся к Илье Панову. Премьеры на этой неделе волшебные. Начнем с «Алисы в Зазеркалье». Алиса возвращается в страну, где идет борьба Ира Цибеты и Мираны Мраморяльских, чтобы спасти безумного шляпника от самого себя. Для этого она вступит в сделку со временем. Когда день проглотит ночь, а море в небе сгинет, грянет час злосчастный, и ваш чай остынет. Но когда тьма проснется, а белый свет уснет, в страну чудес она вернется, и время не изменит ход. Маленький сувенир. Поклонники компьютерных игр ждали этого дня с нетерпением. На экраны выходит Warcraft – фэнтези по одноименной игре. Для нефанатов кратко – это борьба героев со злодеями.
А для фанатов сами знаете кого с кем. Там и орки, и люди, и магия, и еще кто-то, и еще что-то. В общем, экшен обеспечен. С помощью людей мы отыщем иной путь. Зачем ты здесь? Спасти наши народы. Ему можно доверять? Они звери. Их всех следует уничтожить. Не сомневаешься? Вдвоем мы защитим королевство. Ты на стороне людей против нашей расы. Это самоубийство. У нас нет выбора. Бросим в атаку все силы. Что бы ты ни задумал, сделай это сейчас! Warcraft. Ну а что, фильмы прикольные, на любой вкус. Наслаждайтесь. Просто наслаждайтесь. Начинаем нашу примерку и для начала увидим три образа, которые выбрала для себя сама Маша. Интересная модель комбинезона, мне нравится сочетание с рюкзаком, однако я бы здесь поменяла обувь. Что мне хочется сказать, пожелание для нашей героини. Как я говорила, что модель комбинезона интересна, но не для нашей героини. В данном случае здесь противопоказанием является даже небольшой животик. То есть мы можем одевать этот комбинезон, но обязательно только с идеальным типом фигуры. Следующий вариант я бы не назвала, конечно, комплектом. Просто мы видим зеленую футболку, шорты и такую стильную сумочку. То есть из этого сочетания я бы оставила здесь шорты, но сочетала бы с более свободной такой стильной рубашкой и, соответственно, оставила бы сумочку. Ну и, в принципе, был бы интересный вариант для моря или для пляжа. Наша героиня здесь постаралась собрать комплект, сочетая два предмета одного цвета, да, блузу и сумочку. Однако данный именно топ не смотрится для фигуры нашей героини. То есть все-таки хочется ей добавить объема в верхнюю часть, да, соответственно, мы либо будем добавлять какой-то дополнительный предмет, то есть либо жилет, либо кардиган, либо шейное украшение, шарфик, чтобы добавить объема в верхнюю часть, но не одевая именно такой модели топ с брюками. Впереди у нас еще три комплекта, но сейчас отправляемся за тем, что зачастую задает тон всему образу. Это новая пара обуви. Думаю, любая девушка меня поймет, обуви никогда не бывает много. Поэтому сегодня мы будем пополнять свой летний гардероб несколькими идеальными парами. Начнем, конечно, с босоножек на каблуке. Если хотите всегда чувствовать себя комфортно, выбирайте босоножки на таком устойчивом толстом каблуке. Причем, посмотрите, за счет платформы здесь высота каблука становится самой, что ни на есть, минимальной. Ну и, конечно, можно выбрать как вот такие универсальные бежевые варианты, так и более интересные, к примеру, с цветочными принтами. От таких модных моделей не удержалась и я, и решила все перемерить. Как вы уже заметили, в этом сезоне в магазинах можно найти очень много босоножек вот на такой толстой тракторной подошве. Ну и, конечно, здесь вы тоже можете найти как универсальные бежевые, белые, черные варианты, какие-то более яркие, так и отдельное внимание обратите вот на данный цвет, потому что он наряду с пепельно-голубым признан главным цветом этого модного сезона. Конечно,
Конечно, к сожалению, наша погода непредсказуема, поэтому все лето полагаться только на открытую обувь, я думаю, не стоит. Поэтому здесь на помощь приходят вот такие универсальные, красивые, модные и стильные слепоны. Причем из многообразия вариантов вы можете выбрать что-то свое. Либо вот такую яркую пару, которая станет главным акцентом в вашем образе, либо наоборот, более универсальные белые, черные модели, и они тогда подойдут к абсолютно любому, даже самому смелому вашему образу. Современная обувь ждет вас в магазинах «Союз Обувь». 10 лет работы с проверенными поставщиками, постоянный обмен опытом итальянских дизайнеров с производителями, высокое качество используемых материалов. И все это по справедливым ценам. До конца июня босоножки от 990 рублей. «Союз Обувь» – союз цены и качества. Преображенская 60, Воровского 75А и Дзержинского 64. Во второй части «Страны советов» стираем годы с лица в короткие сроки, посетим светский прием и увидим, как преобразится героиня нашей сегодняшней программы. Сегодня мы преображаем Марию. 29 лет, маму двоих сыновей. По словам Маши, ее образ, каким был в 16-18 лет, таким и остался сегодня. Зачастую серым и неинтересным. Маша никогда не была на макияже. Пользуется она максимум тушью и блеском для губ. Хочет, чтобы у ее мужа и детей была яркая, стильная жена и мама. Мы продолжаем наше преображение. Напомню, что по правилам программы мы подобрали для Маши 6 образов. 3 она сама для себя, еще 3 я для нее. Комплекты Маши мы уже видели, теперь пришло время продолжить примерку. Данный кружевной комплект смотрится очень стильно, достаточно модно. Ну и плюс Наташа добавила сюда шейное украшение, которое прекрасно сочетается у нас с сумкой. Мы видим уже более свободный как раз топ и видим не однотонную ткань, а все-таки в кружево, да. Благодаря этому достигается больше объема у нас для верхней части фигуры, ну и в том числе в целом для образа. Поэтому, в принципе, один из возможных вариантов для нашей героини. Интересный комплект по сочетанию фактур. Здесь мы видим сочетание полоски плюс достаточно популярного образа Мэрилин Монро. Сочетание идет благодаря общей цветовой гамме. Положительные моменты этого образа, в том числе, это свободный топ. Плюсом является именно сочетание, что его заправили в шорты. Плюс мы видим специальные защипы в конструкцию у шорт, которые также добавляют объема у нас для героини. Благодаря этому ее фигура выглядит более стройной, изящной и привлекательной. Очень даже неплохое платье для нашей героини. Больше всего здесь мне нравится цвет. В принципе, если наша героиня хочет выбрать просто платье, в котором она просто может выйти на улицу в любой день, то она может выбрать его. Здесь мне уже больше нравится сочетание украшения с сумкой, так как они идут обе в этническом стиле. Какой же из этих образов мы увидим на Маше в самом конце программы, чуть позже решит стилист. Ну а сейчас в стране советов, страничка красоты. Отправляемся за помощью к косметологу. Каждая женщина после 35 лет мечтает скинуть как минимум лет 10. Косметика уже не скрывает все недостатки, а пластическая хирургия кажется крайней мерой, с большим количеством неприятных примеров в интернете и жизни. Но ужасы прочь, на смену пластики приходит безоперационный метод борьбы с возрастом – радиоволновой лифтинг. Эта процедура не только сопоставима с пластической операцией, но во многих аспектах превосходящая ее. Если после хирургической операции черты лица меняются и вы можете не узнать себя в зеркале, то после радиоволнового лифтинга вы можете узнать себя, какие вы были 15 лет назад. Курс для хорошего устойчивого результата составляет 4-6 процедур с периодичностью в 5-7 дней. Преимущество радиоволнового лифтинга – это моментальный эффект, комфортность процедуры, безопасность, отсутствие сезонных противопоказаний и отсутствие реабилитационного периода.
Принцип RF-лифтинга основан на контактном воздействии высокочастотного электрического поля с целью подогрева дермы и подкожно-жировой клетчатки. В результате создается определенный температурный режим, дающий резкий толчок для развития основных клеток кожи. Радиоволны активно воздействуют на все признаки старения, разглаживают морщины всех видов. Лицо после радиолифтинга – это не просто механически натянутая кожа. Это гладкое, абсолютно помолодевшее лицо за счет сформированного коллагенового матрикса. Кроме того, эффект виден сразу и сохраняется на 5 и более лет. Данную процедуру проходила я впервые. Процедура мне показалась очень комфортной, приятная. И результат был виден после первой процедуры. И я хочу пройти эту программу всем курсом. Изменение овала лица, начинающее провисание тканей в области щек и подбородка, мимические морщины, дряблость кожных покровов, расширенные поры, пустакне, отвисшая кожа после резкого похудения и целлюлитные образования. Это еще не полный список всех проблем, с которыми поможет справиться радиоволновой лифт. Оцените и вы эффект от пройденной процедуры в Центре косметологии «Ренессанс». Сейчас радиоволновой лифтинг лица всего 1500 вместо 3000 рублей. А в день подтяжки по вторникам скидка еще больше. Центр косметологии «Ренессанс». Возрождая совершенство. Труда 70. Звоните 73 92 52. Сейчас для Маши наступает еще один этап преображения. Мы начинаем делать прическу и макияж. Саша, начинайте. Александра Хитрина, парикмахер и визажист. Прошла обучение в мастерской визажа и прически Нины Кушовой. Саша может воплотить в жизнь любую задумку клиента, подчеркивая при этом все достоинства. За плечами у нее работа со многими фотографами и создание самых смелых и креативных образов. Если и вы хотите преобразиться в умелых руках визажиста и парикмахера Александры Хитриной, звоните по телефону 8 909 138 55 75. Саш, ну что, смотрю, мы закончили, что же мы сделали? Учитывая финальный образ нашей героини, я сделала легкую летящую укладку, актуальную этим летом. Ну, а что касаемо макияжа, это активные глаза, стрелки и чуть менее активные губы, ну и светящийся взгляд. Результат совместной работы мы увидим уже совсем скоро. Ну а на следующей странице предлагаю устроить небольшой праздник. Как известно, театр начинается с вешалки, а банкет со стола. О небольших хитростях в его оформлении расскажет Алина Мозгова. Некоторые специалисты в области ресторанного бизнеса называют оформление стола к трапезе наукой вкушения блюд и искусством познания еды. И действительно, от того, как отсервирован стол, зависит и настроение. В любой праздник все должно быть идеально. Итак, прошу к столу. Предварительная сервировка проводится до приема первых посетителей. В зависимости от класса мероприятия, времени обслуживания и согласованного гостями меню, форма и количество приборов может меняться. Сегодня в этом зале планируется торжество, посвященное бракосочетанию. Меню на банкет предполагается более обширным, поэтому у нас будет двойная сервировка, то есть не только столовые приборы, но и приборы для закусочек. Тканевая салфетка – также немаловажный элемент. Она предназначена для того, чтобы крошки и брызги не запачкали одежду гостей. И несмотря на то, что посетители все равно ее развернут в первые секунды трапезы, сложена она должна быть аккуратна и необычна. В принципе, с этим справится любой человек, вне зависимости от образования. Ну, как вам сказать? Ну, почти. Переходим в другой зал. Никит, в первую очередь расскажите, что здесь планируется в этом зале и для чего столько бокалов? Здесь планируется классический банкет, обычное мероприятие, то есть мы ставим здесь стекло. Это будет, естественно, стакан под воду, будут бокал под игристые вина, бокал под вино и рюмка под крепкие напитки.
Начищенные и отполированные – вот золотое правило для приборов, тарелок и бокалов. Все сотрудники работают исключительно в перчатках, поэтому меня до этой работы просто не допустили. Тарелка для салата, тарелка для второго блюда, вилка для рыбы, вилка для десерта, нож столовый, нож для закусок, бокалы под вино, крепкие безалкогольные напитки, салфетка тканевая, салфетки бумажные, приправы – и все это в четком отработанном порядке. Запутаться в этом несложно, но только не официанту. Сервировка и оформление банкетного зала – это целое искусство, и учиться ему нужно годами. Ну ничего, еще пару лет, и я стану прилежным официантом. Хорошего вам праздника! Сделать свой праздник действительно запоминающимся поможет кафе «12 стульев». Свадьбы, корпоративные вечеринки, дружеские встречи или бизнес-ланчи. К вашим услугам всегда превосходная кухня, просторный зал, отдельные кабинеты и лучший персонал. Уникальность интерьера создаст отличное настроение и сделает ваши снимки более яркими. А меню приятно удивит не только разнообразием блюд, но и демократичностью цен. Кафе «12 стульев», Сурикова, 19, телефон 63 19 33 и 44 83. 386. Мы всегда рады создать для вас уют, тепло, хорошее настроение. Наше преображение почти подошло к концу. Напомню, что по правилам программы мы подбирали для Маши 6 образов. 3 она сама для себя, еще 3 я для нее. Сейчас осталось выслушать только финальное слово стилиста. Для финального выбора я все-таки рекомендую нашей героине второй комплект в сочетании яркого топа с шортами в полоску, благодаря которому она всегда будет выглядеть современно, стильно и актуально. Встречаем нашу новую Машу. Благодарим Александра Ивлева за помощь в проведении съемок. Маш, ну и финальный подарок тебе от нашей программы. Держу для новых стильных образов и для их завершения вот такая потрясающая брошь от магазина «Герцогиня». Спасибо. Мне все очень безумно понравилось. Очень теплая, душевная атмосфера, доброе отношение и, конечно же, результат. Отличный результат. Я всем очень довольна. Это абсолютно новый для меня образ. Никогда раньше ни в таком не была. Ну и, конечно же, хочу спасибо вам огромное сказать. Мужу своему хочу очень сказать большое спасибо за моральную поддержку, что отправил меня на вашу передачу. Безумные эмоции, конечно, сейчас буду чаще пробовать себя в таком образе и в других образах. Ну, очень непередаваемое ощущение первый раз себя такое увидеть. Если и вы хотите оказаться на месте Маши, оставляйте заявку в специальной теме в нашей группе ВКонтакте. Там же проходит конкурс «Самая стильная девушка по версии страны советов». Выкладывайте свои селфи в примерочных в новых образах и боритесь за призы. Встречаемся мы в следующий четверг в 20:15 на Первом городском канале. Включайте, смотрите, покупайте.